Гуляя вдоль пляжа, я заметил виллу возле дороги, прямо напротив моря. Вот посмотрите, здесь море, а здесь прямо через дорогу виллы. А сначала я подумал, что эту виллу продают. А я спросил тут у местных людей, оказывается, ее сдают в аренду. Вот здесь телефоны. И если хотите арендовать виллу прямо на берегу моря, на берегу залива, то это очень даже реально. Телефоны там есть, если вам интересно, можете позвонить, написать email. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там происходит. Сейчас там проходят ремонтные работы. И вот здесь, вот смотрите, так налево такая комната. Вот отличный вид из окна. Здесь ванна, туалет. Так, что еще есть? 5 minutes, окей? Okay? Что здесь еще есть? Лифт на второй этаж. Комната. Похоже, что тут была спальня, либо детская какая-то. Ковролин на полу. И здесь у нас кухня. Кухня, кухня, кухня. Пойдемте посмотрим. Так, и здесь еще есть гостиная. Гостиная, гостиная. Вот такая просторная гостиная есть. Вот так. Потолки, центральный кондиционер, естественно. И пойдемте еще в другой конец гостиной пройдемся. Глянем, что есть тут. Так, тут раковина, умывальник. Да, и здесь гостевой туалет. Все, здесь ванны нету. А на второй этаж подниматься не буду. Ну, короче, вы поняли. Есть вилла, она сейчас на ремонте. Когда ремонт закончат, ее можно арендовать. Насчет продажи сказали, что она не продается, а доступна только в аренду. Вот, так что имейте в виду. И давайте полюбуемся видом отсюда. Вот такой у нас вид открывается на пляж.